Игорь Яковенко, российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы. У нас с вами на связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю к обсуждению темы. Так, Федеральная служба безопасности предложила признавать иностранными агентами тех, кто передает за рубеж информацию о продвижении российских войск. Силовики потребовали признавать иноагентами лиц, целенаправленно собирающих такие данные для зарубежного заказчика. Теперь этот перечень предполагается дополнить. В частности, в него хотят включить данные о перевозках, маршрутах, транспортировке и передвижении российских войск. В течение версии перечня упоминаются только сведения о дислокации, организационной структуре и вооружении численности войск. А вот этот вот шаг на что направлен? Ну, с начала войны была установлена военная цензура, было принято несколько законов, по которым уже возбуждено более сотни дел. Это статьи за так называемые за фейки, за дискредитацию военных вооруженных сил, за дискредитацию органов власти и так далее. Причем особенностями этих статей и особенностями правоприменительной практики заключаются в том, что в качестве заведомо ложных сообщений подразумеваются любые сообщения, которые не соответствуют, значит, официальной позиции Министерства обороны или других государственных органов. То есть сам факт доказывания, что или предположение, что позиция Минобороны или других официальных органов может быть тоже ложной или ошибочной, он вообще в принципе не предусматривает. То есть ложность – это означает несовпадение с тем, что говорит государство. По этим статьям около сотни, значит, уголовных дел возбуждено. В частности, одно из самых громких дел – это 7 лет депутату Горинову, которые были даны за то, что этот человек просто сказал, что не надо устраивать детские праздники тогда, когда идет война и гибнут дети в соседней стране. Вот за это человек получил, вот ровно за эту фразу человек получил 7 лет тюрьмы. В настоящий момент пытаются, ну, собственно говоря, что делает ФСБ? ФСБ инициирует законодательство, по которому практически любого человека можно посадить в тюрьму. То есть любой журналист, который что-то пишет о ситуации на фронте, любой человек, его можно сейчас посадить в тюрьму либо за то, что он очерняет российскую армию, если хоть что-то непрямое цитирование господина Коношенкова, это спикер Министерства обороны, либо там говорится какая-то позиция, неважно какая, за войну, против войны, неважно. Значит, если это не соответствует, не точное цитирование Министерства обороны, значит, человек клевещет на российскую армию. Значит, осталась немножко в стороне вот какая-то фактическая информация о том, что происходит на фронте. То есть перемещение войск, там еще что-то, количество вооруженных сил. Это открытая абсолютная информация. Ее сколько угодно в открытых источниках можно найти. Но если человек ее публикует, значит, этот человек с сегодняшнего момента может подвергаться уголовному преследованию. Но просто ФСБ окружает флажками любое высказывание о войне. Единственный способ не попасть в тюрьму – это просто ничего не говорить о войне. Вообще ничего не говорить о войне, о спецоперации и так далее. Вот это то, что произошло. То есть фактически это, я уж не говорю о ликвидации журналистики как сферы общественного сознания. Это просто ликвидация любого высказывания. Причина понятна, потому что совершенно очевидно, что, ну, любому понятно, что интервенция России в Украину – это очень тяжелое, огромное международное преступление. Это очевидно любому человеку, и поэтому вот для того, чтобы каким-то образом это информационно прикрыть, нужно просто ликвидировать любую негосударственную информацию, что и делается с помощью этих законов. Потому что 15 лет сидеть никому не хочется. На сегодняшний момент практически все, без единого исключения,
российские СМИ, которые хоть какое-то отношение имеют к общественно-политической информации, они прекратили свою деятельность в России и переместились за рубеж. Вот, так что это, в общем, достаточно эффективная мера. А каким образом могут расцениваться посты? Ну, условно, цена на хлеб 23 февраля 2022 года и цена на хлеб 23 августа 2022 года. Вот человек просто помещает пост с двумя фотографиями и пишет: почувствуйте разницу. Такой пост может восприниматься как дискредитация? Да, конечно. Конечно, безусловно. Ну, на самом деле, мы довольно стремительно приблизились там, к 1937 году, к большому террору. Единственное, мы очень сильно сейчас отстаем по масштабу, то есть нет этих тысяч, нет разнарядок на посадке. И второе, это нет того, что раньше называлось 10 лет без права переписки, то есть нет массовых расстрелов. А все остальное есть. Ну, на самом деле, 15 лет тюрьмы за пару слов – это фактически смертная казнь, потому что условия содержания в российских тюрьмах такие, что, в общем, 15 лет довольно сложно просидеть. Это считается особо тяжкое преступление. Ну, просто чтобы понять, что это такое, вот там, те же самые 7 лет депутату Горину за два слова – можно просто сравнить. Вот только что, как раз вот в эти дни, значит, суд присудил 1,5 года тюрьмы, значит, рецидивисту, который убил двухлетнюю дочь свою. Ну, поссорился со своей сожительницей и ножом ее убил. Это рецидивист, который был судим за тяжкие преступления. Вот он сейчас убил двухлетнюю девочку, свою дочь. Ему дали 1,5 года. Горинову за два слова дали 7 лет. Вот, чтобы было понятно, так сказать, масштаб того, что сейчас происходит в России. Значит, я полагаю, что вот то, что вы сказали сейчас, это вполне тянет на... Ну, в сталинские времена это тянуло по статье, значит, очернение советской власти, потому что явно, так сказать, это сопоставление цифр, оно подразумевает то, что, в общем, стало хуже. Но сегодня тоже фактически это, из этого будет сделан вывод, что человек клевещет на Россию, очерняет внутреннюю политику Российской Федерации. Я думаю, что вполне это может быть предметом судебного разбирательства. Еще одна информация в дополнение темы, которую мы с вами обсуждаем. Судить нельзя помиловать. Депутат Единорос Федоров предложил судить иноагентов за дискредитацию сразу по уголовной статье, минуя административную. Добавлю, сейчас в Российской Федерации статья о дискредитации предусматривает административную прелюдию. Человек, который привлекается по ней впервые, может получить штраф до 50 тысяч рублей. За полную дискредитацию в течение того самого гуманный суд в мире может лишить свободы до 3 лет. Однако уже скоро все изменится. Ужесточение статей для чего, самое главное, не справляется? То есть люди готовы идти на административку? Вы знаете, дело в том, что вот сейчас, смотря по какой статье, дело в том, что статья 207, часть 3, это наиболее тяжелая статья, по которой как раз 15 лет присуждается, она предусматривает сразу уголовное наказание. Никаких административных, то есть да, по другим статьям Уголовного кодекса сначала административное наказание, а потом уже, значит, уголовное. А вот статья, вот эта самая тяжелая, 207-3, она предусматривает как раз сразу уголовное наказание. Ну, что касается депутата Федорова, ну, это вот один из таких наиболее ярких представителей людей, которые участвуют в Олимпиаде за право называться лучшим учеником. То есть это человек, который, в общем, несет постоянно дикий бред, у него там конспирологические теории по поводу того, что американцы там отравили воду во всех колодцах, и, так сказать, да, и он постоянно говорит о том, что вся верхушка Российской Федерации – это американские наемники, ну, в смысле, продажные американские наймиты, вот, прямо сейчас. Причем этот человек находится в партии «Единая Россия».
Ну, это такой человек, который очень успешно притворяется сумасшедшим. Вот. Но в эту сторону дрейфует практически вся Государственная Дума и вся российская верхушка, начиная с Медведева и, в общем, кончая всем руководством Российской Федерации. Это люди, которые, в общем, соревнуются, в том числе в телевизоре, за, так сказать, соревнуются за самое дикое мракобесное высказывание. Там один кричит, там человек по фамилии Коротченко, постоянный участник всяких этих ток-шоу, кричит о том, что надо западный военный округ увеличить до трех миллионов человек для того, чтобы готовить вторжение в страны Балтии и другие страны Восточной и Центральной Европы. Там какие-то другие люди вопят, что надо разорвать отношения. В частности, вот вчера Кедми очень возмущался, почему Россия до сих пор не разорвала дипломатические отношения со всеми европейскими странами. Ну, то есть это вот такое соревнование за наиболее оголтелое, наиболее мракобесное, за наиболее людоедское предложение. Кстати говоря, начинают поругивать уже не только правительство, это давно было, за либерализм, но такие намеки делаются, что, в общем, как бы Путин тоже как-то не очень решительно действует. То есть через какое-то время, я думаю, что тихонечко такой ропот поднимется, что царь-то у нас не настоящий. То есть как-то так Путин очень вяло убивает украинцев. То есть атомную бомбу не бросил, мобилизацию не объявил. Ну, пока еще пытаются это оправдать тем, что Путин знает, что делает. Но в принципе, да, действительно, если будут какие-то серьезные военные поражения, они, очевидно, будут, то вполне возможно, что, так сказать, да, в адрес Путина посыпаются уже открытые упреки. Игорь, огромное спасибо. Игорь Яковенко, российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы, был с нами на связи.